Вам слово, друзья. Приветствую вас. Десятый наш, десятый батальон. Спасибо огромное. Но за нашу... Запорожье сделало свой выбор. Мы навеки теперь с Россией, со своей родиной. Спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете. Наши люди, наши земляки все поддержали на референдуме идею вхождения Херсонской области в Российскую Федерацию. Спасибо вам за это. Ничего не сказать. Знаете, долгие... Дорогие братья и сестры, сегодня для Луганска, для Донбасса очень серьезное историческое событие. Мы возвращаемся домой. Для нас Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Рязань – такие же самые русские города, как Донецк, Горловка, Макеевка, Мариуполь. И вот теперь это и де юре.